И без того немаленькая призовая копилка чемпионки мира и Европы Олеси Климовец пополнилась очередной наградой с престижного турнира международного чемпионата по кикбоксингу «Латвия Open», который проходил в Риге. 20-е по счету юбилейное состязание собрали рекордное число спортсменов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России и Молдовы. В числе их присутствовали как опытные, так и только начинающие свою карьеру бойцы. Но на ринге Олеся Климовец была вне конкуренции. Спортсменка одержала уверенные победы, причем досрочно в первых раундах и взошла на первую позицию почетного пьедестала. Олеся Климовец, Mobility, Беларусь. Молодец. В этом бою с техническим нокаутом победу одержала боец, спортсменка в красном углу Олеся Климовец. Медаль на том же турнире отстояла и ученица Олеси Климовец Дарья Лицко. Юная спортсменка, воодушевленная победой своей наставницы, приложила все усилия, чтобы также взойти на почетный пьедестал, что ей и удалось. Результат Даши, которая в свои 12 лет уже имеет титул чемпионки Республики Беларусь – бронза. Ее она добилась, выиграв в поединке с не менее титулованными спортсменками из Латвии. Сейчас пинские бойцы готовятся к очередному противостоянию на ринге. В мае и Олеся Климовец, и Дарья Лицко планируют отправиться в Венгрию, где пройдет чемпионат мира по кикбоксингу.